решил сделать такой небольшой тест. Снизу справа 4 ГД, как они там называются? Короче, 8 ГДШ. У них вокал хороший, да? Интересно, как они будут вести себя именно как групповой излучатель. Но у них проблема, что они слабенькие очень. Из строя выходят. И поэтому, почему я такой эксперимент решил сделать? Заменят ли их динамики 10 ГДШ? Насколько они хуже? То есть я хочу и без рупорков сравнить. Но пока что с рупорками. Вот там вдали это 10 ГДШ, как они там назывались, я не помню. Короче, с сеточками рупорок. Вот. Это 10 ГДШ. Нет, 10 ГД 36 и или как там? Короче, они на остальной корзине. А вот это 10 ГД 36К. Я подвес еще не поменял. Вот они на алюминиевой корзине. Вот здесь вот так они приклеены, рупорки. Внутри пыльник. А бы как? А тут он более ровно в алюминиевых. Вот. И 10 ГДШ 1, или как они там назывались, с такими рупорками, с обычными. То есть я хочу сравнить 10 ГДШ классически слева с монолитным колпачком, 10 ГДШ 2 или 10 ГД 36К, которые у них схожая конструкция была, и 8 ГДШ. И их без колпачков еще. Ну, сначала с колпачками, с рупорами сниму, как они играют. Потом уже без рупоров. Вот. И хочу еще сделать динамик на основе вот 10 ГДШ 1 с таким пыльником, да? И хочу вот такой вот диффузорчик. То есть вот такой динамик только один был. Он назывался 10 ГДШ 1, или как он там по-другому, я уже не помню. И 10 ГД 36. И я хочу сделать на его основе вот с таким диффузором. Назову его 10 ГД, 10 ГД 46. По приколу, да? Ну, короче, вот такой вот прикол. Вот это групповой излучатель. Как будет звучать? Ну, послушаем. Потому что вот эти динамики, они очень слабые. И они ни с того ни с сего могут полететь. Я не знаю, либо тут провода переламываются, либо еще что. Они как новые. Вот у меня такие динамики есть. Они как новые, но они почему-то летят. В общем, ждите видео.